Итак, Микола Васильович Гоголь. Вечера на хуторі близ Диканьки, а точніше, вечера на хуторі П'ятихатки. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Хлопці, ви Юрка не видели? Нет, не знаю. Наталка, не волнуйся, он опять что-нибудь мастерит. Радуйся, земле, син Божий народився. Где ты был? Хлопцы уже пошли. Смотри, Надка, какую я машину смастерил. Сама музыку играет. Вот хлопцы обрадуются. Юрко, ну ты хоть праздник можешь не мастерить? Ну как не мастерить, если идеи сами в голову лезут? Голову отрубить, что ли? Не слыхала? Юрко голову себе рубить будет. Как он себе голову отрубит, дура старая? Как? В одну руку возьмет топор, в другую голову И что, так и будет с головой в руки ходить? Удобно-то как? Надо думать, голову надел, не надо, снял. Батюшки святы, хулиганы зрения лишили! Да не вопи ты так! Свет отключили, вот что. Как свет отключили? Не по графику. Как посмели? Не положено! Тише, тут кто-то еще есть. А, ты где? Да тут я рядом. Ты что, похудела? Диету новую узнала? А мне не словечко? Не пойму, какая уж ты-то больно волосатая. И куда все давно делала? Наталка, где ты? Ау! Черт знает, куда месяц подевался. Темно. Мне страшно. А я новый месяц сделал, чтобы в праздник всем светло было. Ты просто молодец. Зря я на тебя ругалась. Что людям вздумалось расслаблять, будто я хороша? Лгут люди, и я совсем не хороша. Разве черные брови и очи мои так хороши, что уж и равных им нет на свете? Что тут хорошего в этом сдернутом кверху носике, в этих щечках, в губках? Будто хороши мои черные косы. Я вижу теперь, что я совсем не хороша. Нет, хороша я. Ах, как хороша! Чудо! Какую радость принесу я тому, кого буду женой? Как будет любоваться мною муж? Он не вспомнит себя. Он зацелует меня насмерть. Чудная девка. И хвастовства у нее мало. Сейчас стоит, глядя в зеркало, и не наглядится. И еще хвалит себя вслух. Глянь, Вакула как Саня в хату зашел. А отец ее только что вышел. И что они там делать будут? Ну не песню же пить. Ах, разве виновата я, что родилась красивою? Что делать мне, душа моя, с такой страшной силою? Вовек не пойду. Зачем ты пришел сюда? Не сердись же на меня. Позволь хоть поговорить, хоть поглядеть на тебя. Кто же тебе запрещает? Говори и гляди. Позволь мне сесть возле тебя. Садись. Чудная, ненаглядная Оксана, позволь поцеловать тебя. Чего тебе еще хочется? Ему когда мед, так и ложка нужна. Поди прочь. У тебя руки жестче железа. Да и сам ты пахнешь дымом. Ой, Оксанка, а мой Юрко машинку чудную смастерил. Сама песни поет. Хорошо тебе, Наталка. У тебя есть такой человек, который все мастерит. А мне некому и подарки дарить. Не тужи, моя ненаглядная Оксана. Я исполню любой твой каприз. Ты? Посмотрю я, сможешь ли ты достать черевички, которые я могла бы надеть на свою-то ножку. Я тебе достану такие черевички,
какие редкая панночка носит. Разве принесешь самые-самые? Модные-модные, ну просто эксклюзивные. Ой, Оксана! Да, да. Если кузнец Вакула принесет те самые черевички, которые я могла бы надеть, то вот мое слово. Выйду за него замуж тот же час. Все лето такого хлопца нет, с кем я связала бы судьбу. Шел бы жених интеллигент, а не кузнец какой-нибудь. Яг. Это он свой бюст заказал у Вакулы, чтобы на площадь поставить. Памятник, что ли, себе? Ой, голова, силен. Не боится, что снесут? А что это у вас, великолепная Солоха? Как что? Рука, Осип Никифорович. Рука. А это что у вас, дружайшая Солоха? Будто не видите, Осип Никифорович, шея, а на шее манисто. На шее манисто. А это что у вас, несравненная Солоха? Так все неправильно, и за что полюбила она меня? Объяснение нет, она послала мне за десяток веков ожидания. Забираю ее полусонную в плен без оружия. О, боже мой, стороннее лицо, что теперь застану особо мое звание, дойдет до вас о Сергия, ради бога, добродетельная Солоха, ваша доброта, как говорит Писание Луки, глава 3 на 3. Стучаться, ей богу, стучаться, ох, спрячьте меня куда-нибудь. Здравствуй, Солоха. Ты, может быть, меня не ожидала, а? Правда не ожидала?
Может быть, я помешал? Может быть, вы тут забавлялись с кем-нибудь? Может быть, кого-нибудь спрятала уже, а? Да. А это кто? Что это такое? А это статуя, произведение искусства. Какого искусства? Статуя головы для площади, а статуя дьяка для церкви. Чур меня, как живые. Ну, Солоха, давай теперь водки выпьем. Я думаю, у меня горло замерзло от проклятого мороза. Послал же Бог такую ночь перед Рождеством. Как схватилось! Слышишь, Солоха, как схватилось! Эх, окостенели руки, не расстегну кожуха. Там был вдвоем, разве это возможно? Там был вдвоем, и не может решиться душа. Это танго втроем. Отвори, Солоха! Мы знаем, ты дома. Да нет ее, опять на метле по делам улетела. Отвори, Солоха! Вот к тебе следы ведут. Огромные, 45-го размера. Мужские. Принесло их. Растрындят на весь хутор. Внимание! Уходим! Уходим! Пусто! Говорила я тебе, что улетела. Куда это на ночь глядя? В брусничку, наверное, за продуктами. Ну, боже ты мой! Отчего Оксана так чертовски хороша? Ее взгляд и речи, и все. Но так и жжет, так и жжет. Нет, не могу. Нет сил больше. Пора положить конец всему. Ищи себе какого хочешь жениха, дурач кого хочешь. А меня не увидишь уже больше на этом свете. Пропадай, душа. Пойду утоплюсь в проруби. И поминай, как звали. Куда, Вакула? Прощайте, братцы. Даст Бог, увидимся на том свете, а на этом уже не гулять нам вместе. Прощайте, не поминайте лихом. Ой, Вакула, что-то ты смурной. С Оксаной поругался, она тебя выгнала? Да и давно бы так. Зачем ты ей нужен? Ей ты не нужен. Ей нужен кто-нибудь поприличней, а не ты ей нужен. Да не тарахти ты так. Похоже, парнишка заболел чего-то. Ой, если он заболел, то ему к Патюку надо. Патюк всех лечит. Он и меня вылечил. Я тут упала, нога у меня заболела. Я к нему пришла, а он мне говорит. И правда, схожу я к Патюку. Может, подскажет он мне, как быть? Я к твоей милости пришел, Патюк. Ты, говорят, приходишься немного сродни черту. Пропадать приходится мне грешному. Ничто не помогает на свете. Что будет, то будет. Приходится просить помощи у самого черта. Что ж, Патюк, как мне быть? Когда нужна черта, то и ступай к черту. Для того-то я и пришел к тебе. Кроме тебя, думаю, никто на свете не знает к нему дороги. Расскажи хоть, как, примерно сказать, попасть к нему на дорогу? У кого черт дома, за порогом, тому не надо к нему искать дорогу. Дома, дома, где дома? Сгинь, нечистая! Да, Вакула, точно ты умом двинулся. У тебя дома чертовка, а сама вся бела. Неправильная какая-то. Ты чего вся в белом-то, нечистая сила? А что, Вакула, разве не попадалось тебе зло, закрашенное белым? Или добро, замазанное черным?
Попросил помочь Вакуле. Ага, тут еще и подсюк заодно. Кум, говоришь? Давно вас по углам не гоняла. Оксана Вакуле эксклюзивную обувку заказала. Где же он тут ее найдет? Эксклюзивную обувку? Тут и правда негде. А под столом чего сидел? Да, каталог изучал, а он за стол и завалился. Да не кисни, кузнец. Поможем горе. Сейчас махнем за эксклюзивом в Италию или Францию, а надо весь шар облететь. Только нам путеводная звезда нужна. Где наш волшебный голос? Волшебный голос, себя яви, нам звезду в дорогу сотвори. Sul mare luccica l'astro d'argento, la cida l'onda. Prospero il vento, venite laggiù, barchetta mia, Santa Lucia, Santa Lucia, venite laggiù, barchetta mia, Santa Lucia, Santa Lucia. O dolce Napoli, o sole beato, ove sorridere volle il creato, tu sei l'impero dell'armonia, Santa Lucia, Santa предлагает эксклюзивную обувь. Италия, Сицилия, некто Пиноккио. Звезда, маршрут! Наш флайер совершает перелет по маршруту Пятихатки, Сицилия. По маршруту Пятихатки, Сицилия. Набор высоты 7000 километров. Через 500 километров повернуть направо. Через 500 километров повернуть направо. Опять полетела! Ох, и неугомонная это Солоха. Это не Солоха, это Вакула за черевичками для Оксаны. Шопинг?
В Италии? И без нас? Почему же без нас? Мы же агентство свежих сплетен. Мы должны быть в курсе. Мы бандиты. Гангстерито, мы кастето, пистолето. Лоиес. Мы стрелянто. Уранто, каранто, тойнетто. Лоиес. Банко, тресто, президенто. Ограбранто, ун моменто. Лоиес. Да, наша крестная мать. За прошедший период нашей мафиозной деятельности дела нашего дома пошли хорошо. Я бы сказал, даже очень успешно. На счет, оставленный нам доном Карло, прибавилась вот такая сумма. Изумительно. Пиру, возьмите себя в руки. Пиноккио, положите деньги на место. Ух ты, смотри, какая. Это вы, Пиноккио? Я Мальвина. А кто продает эксклюзивную обувь? Сабо. А что, вам действительно нужны контейнеры для перевозки запрещенных веществ? Кажется, мы не туда попали. Мы стрелянто. Диванто, тойенто, да-да-да. Ой-е. Брата, брата, за основу взято. Мы летим по маршруту Рим, Париж. По маршруту Рим, Париж. Набор высоты. Высоту не набираем. Высоту не набираем. Летим быстро. Летим быстро. Сматываемся. Ой, девочки, модельки. Я глава французского дома моды. Что вы себе позволяете? Понимаете, мы тут ищем эксклюзивную... Сколько раз повторять? Не накладывайте мне темный грим заморашки. Я уже не сижу у очага и не копаюсь в золе. Я давно замужем за принцем. А у тебя что в руках? Манекен ходячий. Ты хочешь, чтобы эту половую тряпку я надела на новогодний бал? Я что, бомж, по-твоему? Милочка, только на прошлой неделе скорая увезла ваших предыдущих стилиста и визажиста почти лысых и с многочисленными ногтевыми царапинами. Мне пришлось отдать им летнюю коллекцию, чтобы замять скандал. Нам что, контракт разорвать? А, это просто творческие беспорядки, да, зайка? Иди сюда, моя любимая цыпочка. Сейчас они с вами поделятся своими профессиональными секретами. Губы надо красить тушью, а глаза помадой. Ой, в смысле наоборот. А ближайшие 2 недели носите как можно больше различной бижутерии. Желательно ярких и блестящих цветов, как елка. Потому что Новый год. А ваша коллекция все красная? Коллекция все красный. Вот коллекция все красная. Что вас интересует? Так она выставлена на продажу. Нас интересует эксклюзивная обувь. Что ты себе позволяешь? Выставить мою коллекцию на Сландо? Сландо став. OLX! Сландо, стоя OLX! Да и потом, сама подумай. Шапочка красная, блузка красная, юбка красная, туфли красные, даже стринги и те красные. Просто дурочка какая-то, а я звезда. Звезда здесь я. Ну, звезди на небосклоне сколько хочешь, а на подиуме и в глянцевых журналах звезда я. Прошу прощения, из-за нарушения авторских прав коллекция не продается.
хрустальные туфельки. Легко. Они такие неудобные. Они мне уже так ноги натерли. Зайка, цыпочка, несите сюда коробку с туфельками. Все, надоело. Ничего мы для Оксаны не найдем. Иду топиться. Тысяча меня! Идем вместе! Один за всех! Эй! И все за мной. Связать всех вниз. Отдать швартово. Задраить люльки. Полное погружение. Оксаниных ножек. Открываем кессоны. Всплываем. А где это мы всплыли? Согласно местоположению нашей галактики, мы находимся в королевстве Сиам. Доброе утро, кошка. Доброе утро, мяу, принцесса. Мур. Давай начнем нашу утреннюю гимнастику, кошка. Мяу. Простите, мы с вами не местные, но нам очень нужны какие-нибудь эксклюзивные туфельки для моей невесты. Мяу. Я думаю, я смогу вам помочь. Кошка, принеси, пожалуйста, мои самые парадные вьетнамки. Простите, я чуть-чуть опоздала. Бакула, что это у тебя? Да не нужны Оксане эти сувениры из Сиама. Ой, оставьте их себе. Внимание, штормовое предупреждение. Цунами, тайфун, землетрясение. Неопознанное стихийное бедствие. Выходи, выходи, мой карманный джин. Слушай и повинуюсь. Сейчас хочу лаваша и восточный танец живота.
страшными доктором. Принесло. Не видишь? Мы кушаем и танцуем. А, это я случайно. Трах тебе дом. Ну, не получилось. Ох, обувь свою покажите. Может, что Оксане пригодится. Бери, что хочешь, и уходи побыстрее. Черт, как я тут очутилась? Опять трах тебе дом не получил. Донна Роза, я прошу ваши руки. Вы украли мое сердце. Да, это такая. Но вам не нужно мое сердце. Вам нужны только мои миллионы. Но, Донна Роза, я не могу без вас жить. Будьте моей. Так и быть. Я тебя поцелую. Потом. Если захочешь. А вы, собственно, кто? Я ваша тетушка. Из Бразилии. Где много диких обезьян. А вам тоже нужны мои миллионы? Мне нужна эксклюзивная обувь. Для моей невесты, Оксаны. Донна Роза, но вы же обещали меня поцеловать. Я же сказала, потом, если захочешь. А в Бразилии, где живет много обезьян, ну вы знаете, дикий, живет мой племянник, тоже дикий. У него наверняка найдется для вас что-то эксклюзивное, дико эксклюзивное. Летите туда, вас там встретят. Пойдем, моя крошка. Это национальная бразильская песня. Она рассказывает о тяжелой судьбе жителей Бразилии. В ней поется про то, если бы он был султан, он имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах у него столько бед. Ой, спаси Аллах, неплохо очень иметь три жены, но очень плохо с другой стороны. Зульфия мой халат гладит у доски, сьет хули, а Фатьма штопает носки. Три жены красота, что не говори, но с другой стороны, тещи тоже три. Моя твоя просит подарить обувь для моей невесты. Моя твоя понимает. Моя твоя, фу, моя жена. Да, да, мой муж. Отдай ему свой обувь, невесте в подарок. Это явно не для нашего климата. Спасибо, о великий бразильский племянник. Рекомендация вернуться в свою климатическую зону. Искать необходимое в ближайшем ареале. Следуем курсом на Россию.
Владимир Владимирович, там как укропы прибыли. Мне как поганка, а мне летать, а мне летать, а мне летать охота. Мира просят, мы будем мочить, может, бицепсами попугать? Да они черевички какие-то просят, совсем износился народ. Вот то-то же! Без меня голыми и босыми остались. Помочь, что ли? Без тебя, без тебя, там закончится. Без тебя, без тебя. Земляки, да что мы? В своем отечестве мастеров не найдем. Хлопцы! Поддержим нашего производителя! Ой, смотрите! Бакула с хлопцами вернулся! Бакула, я тут черевички смастерил. Может быть, для твоей Оксаны подойдут? Весь мир обошел. Ничего не нашел. Бакула! Оксана! Я хотела тебе сказать, не нужны мне никакие черевички. Мне нужен только ты, Вакула. Такая, как ты, была и раз на все життя. То из неба. Такая, как ты, подвигнешь раз на все життя. Будешь печальный кричон. Yeah.
Let's go.